блочочек. Маленький блочочек. Мы снова возвращаемся с вами в спортивный комплекс ЦСКА и конкретно на первую площадку этой арены, где сейчас пройдет центральный матч, возможно, этой группы. Группы А, где сейчас встретятся лидеры этого квартета. Волейболисты ПАО МРСК Северо-Запада встречаются с командой АО «Тюмень-Энерго». «Тюмень-Энерго» в оранжевой форме. Что касается волейболистов Северо-Запада, то здесь цвета синие. Ну, мы эти команды уже немножко знаем. Ну, естественно, если вы смотрели и ту, и другую трансляцию первых матчей. Но если брать именно наш плеер, то здесь, естественно, мы были свидетелями матча Северо-Запада. Ну, а «Тюмень-Энерго» для нас небольшая загадка. Посмотрим, кто из этих команд окажется сильнее. Первое очко в этом матче набирают волейболисты «Тюмень-Энерго». Пока что к составам команд не могу и обратиться. Ждем представителей. И ждем организаторов, которые нам любезно эти составы предоставляют. Но, с другой стороны, мы хорошо знаем состав Северо-Запада. Вот это вот я могу точно вам сказать, так как команда уже у нас сегодня один матч провела. И сейчас каких-то волейболистов мы уже можем вам назвать. Пока что у нас «Тюмень-Энерго» начинает очень здорово эту встречу. Еще одно очко, 3-0. Ну вот сейчас и составы мы узнаем. Нам уже их принесли. Но пока начало за оранжевыми достаточно уверенно. Эту встречу они начинают. Отличная, мощная подача здесь. Но ее принимают волейболисты Северо-Запада. Еще одна атака, правда, не очень успешная. И не попадает здесь в площадку Дмитрий Кузячев. Итак, сейчас на площадке у «Тюмень-Энерго» на подаче третий номер Алекс Зибрей. Отличная подача, просто без вариантов, по-моему, здесь для Алексея Седова, который пытался эту подачу обработать. Нет, не Седов, там Александр Ульяновский был на приеме. Снова подача третьего номера «Тюмень-Энерго», и снова она не менее успешная. Пускай это не есть, но в любом случае уже шестое очко подряд набирает футболисты «Тюмень-Энерго». Да, вот такое вот у нас начало этой партии. Ну что, Зибрей еще одну подачу выполняет. И снова
очень уверенная, но про это на этот раз справляется с этой подачей все-таки. Борьбисты Северо-Запада, однако первым темпом атака в исполнении Василия Никитина 7-0. Ну да, здесь надо уже, конечно, реагировать, тайм-аут брать. Самое интересное, что у Тюмени Энерго в заявке на этот турнир лишь 7 волейболистов, по крайней мере, сегодня мы их видим. Но, возможно, что-то изменится завтра, конечно. Но вообще по регламенту на этот турнир можно заявить 10 волейболистов, одного тренера, одного представителя на каждую игру. Так что не так, в принципе, много каких-то вариантов, но вот Тюмень Энерго даже этим, что называется, не воспользовались. Представим состав команды. Первый номер Дмитрий Макаров, 12 номер Игорь Самусенко, третий номер Олег Зибрей. Он до сих пор подает и делает это пока что фантастически. Но вот все-таки я здесь немножко накаркал. Но и тайм-аут сработал, безусловно, у МРСК Северо-Запада. 11 номер команды Тюменинерго Василий Никитин. 7 Сергей Нургатин. 8 номер, если я не ошибаюсь, правильно вот фамилию вам прочитаю, Павел Сузота. И 10 номер Андрей Шитиков. Тоже 7-2. 2 очка сейчас футболисты МРСК Северо-Запада набирают. Мощнейший удар Дмитрия Макарова, и 8 очко оранжевый набирает. Ну и что касается состава Северо-Запада, здесь Сергей Патин под первым номером, третий номер Андрей Тарарычкин, прошу прощения, Вадим Федов номер 7, Валерий Бертов номер 5, Алексей Седов номер 6, Дмитрий Кузичев номер 14, Александр Ульяновский номер 8, Денис Николаев номер 11 и Владимир Козицын номер 10. 9-2. Преимущество огромное у Тюмени Энерго. Что касается первой встречи, то там тюменцы тоже достаточно легко, как я понимаю, выиграли. Пятнадцать-пять, если быть точнее. Ну а что касается Северо-Запада, то по партиям было 15-12, 15-7. Закрывает здесь все-таки Дмитрия Кузичева. Неплохо сейчас все разыграют, и Кузичев от блока очко набирает. 10-3, может быть, далеко, конечно, до того, чтобы здесь какую-то интригу увидеть, но, тем не менее, все равно. Все равно это приятное завершение этого розыгрыша для Северо-Запада. Но очень быстро, очень легко 11 очко набирают волейболисты Тюмени Энерго. Кузичев. Вот его пока что толком не могут волейболисты Тюмени Энерго закрыть. Удается ему пока что прошивать защиту. Но одним, конечно, Кузичевым будет сложно этот матч выиграть. Тем более, что у Тюмени Энерго гораздо более ровная команда. И тут любой, в принципе, может удачно в атаке действовать. Сделал, и Зибрей, конечно, этим воспользовался. Ну что ж, 1-0 Тюмень повела. Помню еще раз, что вот на этом турнире по волейболу под названием Кубок России определится участник другого турнира, турнира Минэнерго России по волейболу, также от группы компании Россети. Этот турнир пройдет в Москве с 8 по 9 апреля. Носит название этот турнир Кубок Победы.
Так что вот кто-то из всех этих 15 команд, которые сегодня мы все увидим, не вынуждены. У Тюмени Энерго. Вот, по-моему, впервые в этом матче МРСК Северо-Запада впереди. Что касается конкретной отдельной партии. 2-2 счет становится. Очень спокойно снимается здесь волейболист Тюмени Энерго. Макаров. Вау, мяч улетает. Подсказали здесь вовремя друг другу все. Снова впереди волейболисты Северо-Запада. Нургатин подает неплохо. Но нет, здесь атака безупречная в исполнении. Я подал, прошу прощения, конечно, Вадим Федотов, но безупречно атаковал как раз Сергей Нургатин, волейболист команды Тюмени Энерго. Хороший прием. Но опять двойной блок и очередное очко. 4-3 счет становится. Снова Тюмени Энерго впереди. Арбитры немножечко поспешили. Спорный эпизод, спорный мяч, и будет просто переподача в этом эпизоде. Неплохо, и набирает очко здесь Северо-Запад Александр Ульяновский. Отлично по линии здесь действует и сам же будет подавать. Но вот сейчас не слишком удачно расположены, конечно, и Ульяновский, и, безусловно, Кузячев на задней линии сейчас расположены. И, по сути, атаки такой, наверное, мы сейчас мощной не увидим. Надо, конечно, сниматься. Ну и пытаются биться до конца. Еще одно очко от блока набирает Казицын. Может быть, не обладает он таким мощным и высоким прыжком. Но вот играет очень умно. Второй раз уже набирает очко именно вот от рук соперника. 10-8. Можно играть. Справляется с этой атакой. Может быть, со Северо-Запада еще будет атака. Не очень удачная передача. Снова остановится. Ну и 6 матчболов получает сейчас Тюмень Энерго. Пока что у нас на первой площадке все матчи заканчивались с первым матчболом. Но здесь нет. Северо-Запад здесь сумел один матчбол отыграть. 14-9. Время, конечно, сейчас играет полностью за Тюмень Энерго. Немножко они передохнули вот после этой потери очка. Кузячев от блока. 10 очко. 14-10. Ну, который теперь начнется лишь в полного по московскому времени. Матч группы Б. Но это все связано с тем, что совсем скоро будет официальное открытие этого турнира. Так что есть возможность у вас сейчас перейти быстренько на трансляцию поединка на площадке 2, где еще, ну, примерно 3-4 мяча, наверное, вы можете успеть застать. Но мы пока что уходим на небольшую паузу.